Чайка! Привет-привет, ребята! Меня зовут Ева, и сегодня мы с тобой будем распаковывать вот таких вот двух милых кукол – Консуни и Еву. Давай же, пожалуй, начнем с Консуни. Она – главная героиня мультика, который назвали в ее честь. Давай же поскорее откроем ее и посмотрим, что там внутри. Ух ты! Посмотрите, какое у нее красивое платье в горошек! Какие у нее милые глазки, а какая у нее красивая прическа! Такая у нее модная золотистая сумка! Я тоже такую хочу! Ой, а что это? А, это любимая игрушка Консуни! Ее зовут Сейо! Посмотрите, какая она милая! Какие у Консуни модные желтые ботинки! Они ей так идут, правда? Ой, а это у нас кто? А, это лучшая подружка Консуни, ее зовут Ева. Давайте же поскорее ее откроем. Ура, ура, наконец-то моя подружка здесь. Ну что ж, открываем ее. Ух ты, какое у Евы красивое платье. Какие у нее красивые рыжие волосы. Еще и ободочек кружевной. Какие у нее милые розовые туфельки. А у нее даже носочки есть с розовым бантиком. Вот это да! Ева как настоящая принцесса. Ура, Ева, я так рада тебя видеть. Консуни, привет, я тоже так рада тебя видеть. Пойдем скорее играть. Консуни и Ева – самые настоящие лучшие подружки. Ну а мы с тобой прощаемся до следующего ролика. Пока-пока!